Всем привет, с вами канал Art Mania. Сегодня мы с вами будем смотреть магазинный кулич. Смотрите, вот такой магазинный кулич у нас, в котором нету изюма. То есть все мы с вами привыкли, то, что если кулич к Пасхе, да, обязательно есть изюм, его много. То, посмотрите, вот здесь уже второй или третий кулич я открываю. Только вот сбоку вот так вот добавлены какие-то сухофрукты. Не сухофрукты даже, а какие-то вот... Не помню, как правильно называется. Тут, правда, вот одна изюминка есть. И все. И все, больше нету. Тихо. То есть и вот тут вот чуть-чуть. Ощущение даже, знаете, складывается, как будто вот они тесто складывают, форму, да, кулича. Так дырочку делают, туда вот засыпают вот эти вот, чтобы они там были. И все так закрывают, и в духовку, и все. Сейчас даже мы с вами его разрежем. Разрежем его сейчас еще сбоку, вот так вот. Посмотрим, что же у нас тут. А сбоку зачем? И вот тут тоже. А, ну вот, правда, вот в этом чуть-чуть побольше. В маленьком было поменьше немножко. Чуть-чуть вот что-то есть, но это прям вообще очень маленький такой мизер. Это мало, мало, правда. А в 2021 году, конечно, это очень мало. Предыдущие года я помню, что добавлялось чуть-чуть побольше. И был изюм. Добавляли изюма побольше. В детстве, я помню, даже были булочки с изюмом. Там тоже было, ну, был, реально был изюм. Ну, мое детство, это 90-е, конец 90-х годов. То сейчас 2021 год, и уже... Ну, вот в этом, кстати, немножечко побольше. Другой у меня был маленький, там было только вот сбоку две штучки, и все, на весь кулич. Здесь вот еще чуть-чуть побольше. Это обидно, это очень сильно обидно, на самом деле, потому что пекется, то есть кулич, это не просто какая-то булочка, которую можно купить каждый день и есть. Это кулич, то есть это праздничный. То есть это кулич, это что-то, знаете, для меня, это что-то для меня необычное такое. Ну, он бывает раз в год, да, как арбуз. Вот, и он должен быть необыкновенным, он должен быть вкусным, и в нем должно быть много вот такой вот начиночки. Ну, хотя бы там делают же вот эту вот глазурь сверху красивую, да, то есть ее не просто там кладут чего-то по чуть-чуть и все. Ну, блин, это обидно, честно, очень обидно. Пишите свои комментарии, какие куличи достались вам, был ли там изюм вообще, попался вам или не попался. Именно вот в этом году, именно вот эту вот Пасху. 2021 года. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь.